Итак, что у меня есть сегодня поесть? О, арбуз есть! Сейчас съем арбуз. Какой же вкусный все-таки арбуз. А мне понравился этот арбуз, он вкусный. Ой, я пукнул. Извиняюсь за то, что я пукнул. Извините. Но зато хорошо, что сегодня такой отличный день. И хорошо, что сегодня Бена нет. Потому что этот Бен любит мне поотвлекать. Но на этот раз, я надеюсь, его точно не будет. Потому что он сегодня не придет, это точно. Достал мне, короче, уже этот Бен. Не могу его уже больше выдерживать. Хорошо, что он уже наконец-таки ушел. Итак, мне эти бургеры больше не нужны. Пусть птицы их воруют сколько надо. Сколько надо, столько и воруют. Им надо воровать вообще сколько и надо. Ай, что за птица тут летает? Зачем она тут летает вообще? Бургеры мне уже не нужны. Воруй сколько хочешь и летай здесь. А тот самый корм тебе тоже надо кушать. Так что ешь и корм, потому что корм для птиц этот полезный. Птичка тут пролетела, интересно. Не надо мне на нее фотографировать, она неинтересная тоже. Потому что она не совсем красивая, ну вообще не хочется. А птицу не хочется фотографировать на свой фотоаппарат, потому что у меня в кармане есть фотоаппарат, а на его фотоаппарат не хочу фотографировать птицу. Вот сколько я начитался в этой газете. Ну ладно, а сейчас я выпью самогончик. Вот это у меня отрыжка, вот это у меня отрыжка! Ничего себе! Ну ладно, ребят, видео уже дошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Всем пока-пока! Не забывайте, ребят, что нам надо еще победить Хэнк Арсен 07-2005.